Арина Казаева признается, их коллектив первый раз выступает на такой большой сцене. Танцами девушка начала заниматься еще с детского сада. После Арину взяли уже в основную группу «Артишока». Всего на сцену в Государственном Кремлевском дворце вышли 24 воспитанника центра танца. Мы все очень волновались, потому что первый раз выступали нашим составом. То есть вот 2 месяца мы репетировали, и за 2 месяца, я считаю, мы неплохо показались. Там было много коллективов, и они были все довольно-таки профессионального уровня. Ну, конечно, была радость какая-то. Мы работали, старались для этого результата и получили какую-то награду. Нам дали медальки, кубок, грамоты, я считаю, это заслуженно. Для премии «Гордость страны» коллектив выбрал 3 своих самых сильных номера. Для гала-концерта в Государственном Кремлевском дворце они совместно с группой «Раса» подготовили номер на песню «Погудим» и стали лауреатами первой степени в категории «Уличный танец». Также завоевали 2-е место в современном танце и 3-е в народном. Мне кажется, ребята получили такой заряд энергии на этом мероприятии, потому что, несмотря на то, что это был просто конкурс, номинация... Просто премия хореографическая. Зал был полный. Представляете, полный Кремлевский дворец. Это одно само нахождение там уже впечатляло. А еще и на полный зал работать, а еще и со звездами. Ну, мы, конечно... кайфанули. Останавливаться на достигнутом танцевальный коллектив не собирается. В планах выступать в других российских проектах. Юлия Бархатова, Иван Прокудин. Новости сейчас.